Всех приветствую, друзья. Турнирный бой, карта река Стикс против меня, друг, клан Латан, армия. Так, ну что, смотрим. Однофракционный бой в турнире. Турнир у нас все для фронта. Так, ну, поехали. Сбор контейнеров. Давайте маленько мотнем. Так, и здесь у нас, значит, будет заруба в этом бою. ЕГХАМ на ЕГХАМ. Вот. Посмотрим, что я смог противопоставить этому сильному сопротивленцу. Ну и как вообще я управлял ЕГХАМом, да, и что у нас здесь получилось. Ну, смотрим. Так, койотика, да, вырезаю вот разведочку, тут второй штаб. Сразу ставлю две зашиенки. Так, вот здесь перехватил контейнер. Вроде бы собрали 50 на 50, да, где-то плюс-минус, там, 1-2 ящика. Так, кстати, смотрите, я, по-моему, даже побольше собрал. Вот тут еще сейчас заберу. То есть оппонент собрал так себе. Вот. Сейчас, по-моему, сразу же пойду в третий уровень штаба. Два завода до броников апу и пехоту до вырезаю пехоту, в общем, с базы. Вот, смотрите, какая у меня расстановка зданий, да, вообще. Нос, улыбочка, все дела. Так, ладно, мотаем. Иду в третий штаб, два завода броников, да, и начинаю, смотрите, спам. Спам уже у меня идет на центр. Здесь вот специально отвлекаю, атакую, да. Вот, а потом смотрю, что здесь как бы армии-то особой нету. А вы смотрите, что он делает. Он сразу же рванул в четвертый уровень штаба. Если честно, я в шоке. То есть чувак сразу же рванул в четвертый уровень штаба. Раз, два, три, четыре, пять центров снабжения у него на 5ЦС, когда, то есть раш ЕГХАМом. Он хотел мне устроить раш ЕГХАМом. По-моему, электрику я у него одну отнял. Смотрите, две вышки поставил. Здесь вот выпало. Еще одна точка, да, то есть я две точки забрал, у меня как бы ресурсов много. И я тоже выхожу в четвертый уровень штаба, причем без проблем. Вот. Без проблем, тут вот такой мини-раш, да, у меня уже имеется ЕГХАМ. И все, и я уже смело могу, можно сказать, выдвигаться в атаку, да, пару ягуаров дождаться. Койотик здесь меня доставал, чуть ли меня электрику не съел. Вот. Ну и здесь, смотрите, я уже выдвигаюсь. Выдвигаюсь захватывать, и сейчас прям наглым образом пытаюсь отжать у него две точки. Да, смотрите, вот он мясо мне тут прислал, хамелеона у него еще нету. Либо он ползет где-то сзади. Нет, не отнял. Не получилось у меня отжать. Все-таки отжал он эту точку. Вот. Так, ну что, едем. Едем сразу же на правый фланг и сразу же атаковать. Сразу же напрягать, атаковать. Обратите внимание, здесь разведку выставил, да, чтобы мне... карту левый фланг контролировать, да, по правому я атакую. Вот здесь вот забираю, но здесь едет ЕГХАМ. На оборону ставлю пушку, сейчас буду делать пехоту, да, и вот здесь вот атакую, да. Знаю, что вот здесь где-то ЕГХАМ ползает, что он может прийти на базу и снести меня, поставил две пушки, а сам еду в атаку. Еду, значит, в атаку, смотрите, армии нету, армия только-только сейчас ползет обратно на базу. Вот, давайте посмотрим, что у меня получится из этой атаки. Пушку сношу, фокус на пушку. Теперь делаю фокус на завод. И вот здесь вот едет армия. То есть он такой вот большой крюк делал, да, чтобы вернуться к себе на базу. И вот здесь вот ровным, встал ровным строем, да, и сейчас вот пытается меня проатаковать. Это что, герой? Нет, не герой мне показалось, извините. Думал, он сделал крота, завода-то у него нету. Так, вот здесь вот, смотрите, меня здесь пехоту в туман загоняет, да? Я пехоту сделать не догадался. Вот товарищ сопротивленец, извиняюсь, загоняет пехоту. Отвожу, значит, туман, да, но все равно его светят. Пехотинцы светят, по нему отстрел идет. Ну и он здесь меня перестреливает. Очень легко перестреливает. У него тоже появился туман. Вот. Но здесь у меня идет дозаказ. Здесь идет дозаказ. Причем небольшой, неплохой дозаказ. Заводы я ему снес. У него один завод ЗШМ. Да? Хамелеон у него, по-моему, только один. Два, наверное. Два хамелеона. Вот. Да, вот они, два хамелеона. Оба светятся. Ну, а я здесь начинаю кататься. И вот тут, на самом деле, срабатывает пинг. Я не знаю, смотрите, юниты как ездят. Я, например, их отправляю, да, вот сюда тапаю. Да, вот сюда, чтобы они ехали. Но они начинают вот здесь вот объезжать, вот втыкаться в эти холмы, да. И все получается как-то через одно место. Вот он здесь аккуратненько встал и начинает меня отстреливать. Что делаю я? Я отступаю. Я ухожу. Вот, я ухожу и выбираю себе удобную позицию.
А удобная позиция именно на холме, вот этот, заманить его в узкий проход, если он вдруг пойдет, да? Вот смотрите, что сейчас будет. Я залез на холм, он не видит, что сейчас у меня происходит на холме. Я здесь делаю расстановочку и начинаю его отстреливать. Смотрите, 3-4 яга я у него съел. Съел 3-4 ягуара. Здесь вот он идет в атаку, ну и я уже иду его перехватывать. Уже иду его перехватывать, у меня тут две пушечки есть, сейчас пехоту буду спамить. Вот, и здесь вот я встаю аккуратненько и начинаю его перестреливать. Хамелеоны тут друг друга светить начинают. Вот, ну и тут я его, по-моему, перестреляю. Да, ну вот этот момент, да, пока тут друг друга перестреливали возле моей базы, у него был шанс сделать как бы армию, да, отстроить заводы, да, и сделать армию. Кстати, электричества мне не хватает, все ЦСки мне погрыз, зараза. Так, ну вот, иду на правый фланг, контратака, вот. Накопит он, успеет за это время армию или нет? Здесь, значит, у меня еще один отряд скопился, да, ну, в принципе, я как бы в преимуществе, у меня армии все равно больше. Ну вот здесь я уже просто начинаю сносить ему базу. Хамелеон есть, тут пару ягуаров есть. Он заезжает вроде бы в наглую, да, но все равно у меня преимущество, у меня больше армии. Вот, ну и все, и здесь я просто начинаю лютовать, да, у меня армии больше намного, плюс второй отряд идет. Ну и здесь, как вы понимаете, это победа. Это победа. Здесь вот смотрите, еще ягуары подходят, еще хамелеон, да, и он прям как-то впритык подошел близко, да. Ему, наверное, все-таки надо было где-то вот так вот вставать, вот здесь вот, между зданиями. И уже обстреливать меня принудительно. Но видите, он прям впритык подъехал. Вот я его расстрелял. Ну, в принципе, вот и весь исход боя, друзья. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.